Молодец. Варя, Варя. Молодец. Варя. Молодец, умница. Еще раз. Варя. Варя. Умница. Варя. Молодец. Умница, молодец. Умница. Давай. Молодец. Вниз. Ария. Да. Молодец. Умница. Обход. Обход. Да, молодец. Молодец. Барьер. Хорошо. Обход. Ко мне. Молодец. Хорошо. Говорите ему или да, или кликер. И потом подзыв. Обход. Ну. Молодец. Барьер. Хорошо. Молодец. Обход. Так, все, теперь положите его на место. Вот он побегал, попрыгал. Место. Пускай полежит на выдержке. Лежит. Угу. Лежит. Вот лежит. Он лежит, даем. Хорошо, место. Место. Лежать. Лежать. Молодец. Молодец. Так, лежать. Хорошо. Все, дали корм, сказали гуляй. Вот. Скользко просто. Значит, стелим ковер. Давай коврик постелим. Вот, отлично. Так, ну и попробуйте его посадить и отходить на выдержку. Сидеть. Все, приходим, даем корм. Молодец. Отходим, сидеть. Приходим, даем корм. Молодец. Сидеть. Так, даем корм, укладываем. Отходим, лежать. Возьмите сразу много корма, чтобы около него не лазить в этот... Корм уберите за ногу уберите. Ага. Отходим, лежать. Подходим, резко молодец. Даем. Лежать, отходим. Лежать. Подходим, резко лежать. Даем. Отходим, лежать. Лежать. Подходим, резко молодец. Даем. Чтобы это было быстро и уверенно, он вполне может все это освоить. Быстро относим корм туда. Ну-ка, тач. Хорошо, отлично, молодец. Показали. Тач. Надо было дальше, на дальний край. Не. Лучше кормом, просто корм подальше засунуть. Молодец. Все. Тач. Молодец. Хорошо. Еще раз. Тач. Вот. Хорошо. Молодец. И последний раз. Тач. Тач. Все, отлично. Молодец. Слезай. Иди скорее. Слезай. Что такое? Ну, не хочешь слезать. Слезай. На другой стол прыгнуть он готов, а бегать обходы он не хочет. Иди. Давай. Нет. Нет, ко мне быстро. Обход. Обход. Давай, давай. Обход. Ко мне. Молодец. Далее. Теперь тач. Тач. Да, хорошо. Давай, пошел. Обход. Обход. Да. Молодец. Далее. Молодец. Еще раз. Обход. Тач. Да. Хорошо. Обход. Обход. Нет. Обход. Обход. Ну так да. Он не очень понял. Лучше было провернуться и по новой ему. Угу. Давайте. Тач. Молодец. Молодец. Так, посылаем. Обход. Обход. Давай, пошел. Обход. Обход. Оп. Да. Так, молодец. Теперь смотрите, просто посылайте на обход, потом он прибегает и ест на этом. Сразу. На ящике. Ага. То есть он побежал на обход, корм не даем, прибежал, сел, ага. Съел. Давайте. Давай, пошли, обход. 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 Тач. Да, дайте ему. Вот он. Хорошо. Так, молодец. Еще раз. Пошли. Быстренько. Обход. Тач. Хорошо. Молодец. И последний раз. Обход. Тач. Все, молодец. Обход. Обход. Да. Да. Барьер. Отлично. Да. Барьер. Барьер. Да. Хорошо. Обход. Да. Так, сейчас просто как бы обруч положите на землю.
И когда он туда заходит внутрь, там его кормите. Просто кормом поводите его через обруч. И внутри обруча покормите его. Ну, давай. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Отлично. Хорошо, еще. Молодец. Если он там останется, то можно еще дать ему корм. Еще, давайте корм ему, давайте, пока он. Вот, еще молодец. Даем. Отлично, отлично. Молодец. Хорошо, стоять. Молодец. Хорошо, уводим. Сел, уводим. Уводим, но корм не даем. Опять приводим в обруч. И если он там стоит, то кормим. Высоко поднимаете корм. Затолкайте его в обруч. Так, еще раз уводите, он уже сел. Так, заведите его туда. И достаточно низко покормите. Вот, стоять, отлично. Стоять, отлично, отлично, стоять. Вот, даем. Молодец, стоять. Стоять. Под живот его рукой, который держит рулетку. Сюда, вернись. Вот. Так, ладно, все, теперь попробуйте его сквозь обруч проводить, когда вы держите его вертикально. Но только чтобы он на земле был. Дайте ему корм, дайте ему корм, он уже пережил стресс. Так, здесь вам придется, наверное, в одной руке рулетку и в одной руке корм. То есть и корм, и рулетка в одной руке, но по-другому никак не получится. Вообще здесь лучше иметь поводок, петлю которого вы одеваете на эту. Давайте. Ну, давай, да. Ставьте на землю, чтобы он жестко стоял, не трепыхался. Ай, ты молодец какой. Кормите его так, даже так кормите его. Хорошо. Молодец. Вот. Да. Меняйте руки. Иди. Да, давай. Молодец. Молодец. Давай. Так, еще раз. Молодец. Хорошо, да. Молодец. Вперед. Хорошо. Молодец. Вперед. Молодец. Отлично, и последний раз. Вперед. Хорошо, и обратно. Так, смотрите, здесь лучше говорите вперед. Тач — это запрыгнуть и быть там. Или запрыгнуть в ящик, или залезть на ящик. Но быть там, а не бегать. Давайте еще один раз туда, один раз обратно. Вперед, 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 вперед. Так, хорошо. Так, хорошо. Можете его просто руками взять, посадить и там начать кормить. Да, тихо. Раз, держим и кормим. И кормим, 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 кормим. Теперь не давайте ему выпрыгивать, руками его выньте. Он ест или он просто там? Он нюхает и ест. Еще кормим. Молодец, еще кормим. Умница. Так, теперь его выньте. Неожиданно корм. Пройдите с ним немножко, вынимайте его руками, чтобы он не выпрыгивал. Потому что он когда сам выпрыгнет, он может опрокинуть ящик. Так, просто сходите с ним куда-нибудь. Теперь приходите, опять ему предлагайте туда запрыгнуть. Так, давайте. Значит, опять руками его туда сажаем. Ну вот у нас маленький залезает. Вот, кормим. Можете даже бросить поводок, я думаю, он никуда не денется. Да. Вот. Лежать. Лежать, хорошо. Теперь ставим его. Это высоко. Так, еще есть? Mm-mm. А, вообще нет? Mm-hmm. Ну, стоять. Тогда... Молодец ты, моя зайка. Без корма и делать нечего. То есть, сколько корма собака может съесть, только она может и заниматься на начальном этапе. Взяли мало корма. Нету полноценного занятия. Я попыталась помельче порезать уже, потому что ему очень много столько мяса есть. Mm. Он уже маленький, он же и так ест. Нам врач вообще сказал, что мы его перекармливаем. И так.
Поэтому... Понятно. Ну, значит, просто интенсивнее с ним занимайтесь, чтобы можно было, допустим, нарядом меньше давать корм, чтобы сидеть, лежать он делал более уверенно, чтобы можно было просто реже его давать. Угу. И вот дома с ним вот так вот занимайтесь, чтобы вот он... Вот так вот сидеть перед ним? Да, ну просто чтобы вы были на одном как бы уровне, на одной высоте. Ну или ставить его на нормальный стол такой, что вот вы стоите, он у вас вот здесь вот, и вы с ним нормально занимаетесь. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, пожалуйста.